Училка, как основная техника. Училка, в уроке является вариантом, да? Ну, там, вот пример. Эбрев, когда мы делаем гиак училка, гиак хамы. И выброс ноги уже идет из-под угла 45 градусов. И как кихон мы часто делаем, шомы. Ойо, работает это не обязательно так. То есть, может быть, передняя. То есть важно, что вот какая рука, там это. То есть это задняя, передняя. Ну и кизамизуки, да, училки это как они взаимозаменяемые блоки с агинга в зависимости от как бы высоты ударов, моих предпочтений, ситуации. То есть я могу училки, могу делать агилки, марики, потом зуки. А так, разговаривать ситуации. Хайлан, найлан, аги, уракен. То есть майги. Или кяги. Майги. Йо, кяги. Могу проходить под углом. Май бывает неудобно, иногда сразу подойдет под углом. Okay, each other.